Привет, друзья! Вас приветствует Кузнец от Издрайва. И сегодня мы ответим еще на ряд ваших вопросов на тему икарусов. Сегодня мы поговорим об икарусе 260. Очень много к нам поступает вопросов. Расскажите нам об отличиях этих машин. Расскажите, как переключается коробка передач. Сейчас мы к этому и приступим. В чем отличие городского варианта, это Икарус 260 городской, напоминаю, от нашего 256-го межгорода. Понятно, не только салоном, но еще и компоновкой двигателя. Понятно, сразу же идет и размещение коробки передач. Двигатель в этом автобусе стоит в базе. Это практически спорткар из-за этого. Для чего это было сделано? Если в междугороднем он стоит в корме автобуса, то здесь в корме находится накопительная площадка. Чтобы поместить сюда больше людей, пришлось конструкторам этого автобуса переместить двигатель задней части автобуса в базу. Это стало удобнее для пассажиров в городе, но технически, я считаю, немного спорное решение в плане того, что двигатель находится над землей, радиатор над землей, ничем не защищенный, постоянно летит грязь, это постоянно надо все промывать. Но хотя, действительно, набить сюда людей было гораздо больше, например, чем в междугородний автобус. Этот автобус рассчитан на 22 посадочных места и общее вместе со стоячими 75 человек. И конструкторы подходили из расчета 5 человек на квадратный метр, но в час пик сюда набивалось, друзья, до 100 человек. Здесь стоит коробка с другим передаточным числом, рассчитанная на тягу. Здесь стоит задний мост фирмы Раба, тоже тяговой. Напомню, что на междугороднем автобусе стоит мост, так называемый бегунок. Этот автобус имел максимальную скорость до 70 км в час. В принципе, для города больше не надо. В городе, как все знают, ограничение 60 км в час. Зачем ехать быстрее? Эта машина должна была тянуть, и она тянула очень исправно. Теперь предлагаю зайти посмотреть двигатель и сесть на место водителя. Когда вы заходите через среднюю дверь в салон, конечно, никто не обращает внимания, что здесь находятся два огромных люка. Это вот такие вот штуковины. Если их открыть, мы получаем доступ к двигателю. Это шестицилиндровый дизель объемом 10,3 литра и мощностью 180 лошадиных сил. По данным завода-изготовителя, этот двигатель потребляет порядка 28 литров дистоплива на 100 км пути при скорости 60 км в час. Это скорость крейсерская этого автобуса. С одной стороны, доступ к узлам легче, с другой стороны, более проблематично, на мой взгляд. Вот она, трубчатая тяга на переключение передач. Передний мост на этом автобусе стоит лязовский. Еще одно подтверждение работы договора СЭВА. На лазах, на лязах фирмы Раба, а передний мост на Икару шел наш советский лязовский. Дальше у нас идет люк, вот такой вот, это коробка передач. Коробка передач фирмы ZF. Как раз здесь очень хорошо видно и кулису, и куда приходит трубчатый привод с рычага передач. Сейчас я сяду за руль, подергаю, ребята подснимут. И следующий у нас лючок, последний идет, это мост. Тут видно, что верх моста, ничего интересного тут как бы не присутствует.
И впереди у нас еще находится один люк, это доступ к радиатору. В принципе, вот это и есть среднемоторная компоновка автобуса Икарус 260. Точно такая же идет и на гармошке, на 280-м. Напомню, что на гармошке ведущая ось средняя, потом компоновка один в один, только салон чуть-чуть идет короче. Он сразу прерывался за задним мостом, где-то вот в этом районе. И здесь начиналась сама гармошка и дальше еще полуприцеп. Ну а теперь давайте сядем за руль, и я вам расскажу, в чем отличие органов управления 260-го Икаруса от межгорода 256-250. Ну вот мы за рулем этого легендарного городского автобуса. Из различий здесь только у нас кнопки открытия дверей, их больше, потому что у нас три двери, поэтому три кнопки. И еще идет здесь у нас открытие половинки, так как у нас переделанная перегородка, идет открытие водительской половинки и закрытие водительской половинки. Ну и самое главное различие в органах управления — это схема переключения передач. На Икарусе 256 сюда включается вторая, то здесь включается первая. Вторая у нас идет напротив. Опять же, третья здесь, а раньше была четвертая. Четвертая напротив. И опять же, сюда у нас идет пятая, шестая напротив. Коробка шестиступенчатая. И задняя передача у нас включается вот так вот. За первую скорость назад. Двигатель перевернут, ну и коробка вместе с ним. Поэтому идет схема переключения просто перевернута. С непривычки, когда первый раз садишься на 260 или там редко на него садишься, ездишь все время на межгороде, то, конечно, в этом есть запар чуть-чуть. А так, в принципе, быстро привыкаешь. И... габариты у машины 11 метров, поэтому, в принципе, то же самое. Машина, проверенная десятилетиями. В машине могут поставить только твердую пятерочку по 5-бальной шкале. Друзья, сейчас накопилось уже огромное количество вопросов, уже более 50 по Икарусам. Мы потихонечку на все будем отвечать обязательно. Целый список есть. Готовим некоторые, действительно будут передачи, потому что надо подготовиться технически, потому что исторические факты подыскать, чтобы вам было смотреть и просто интересно. Чтобы не пропустить следующие серии, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать колокольчик оповещения о выходе нового видео. И не забывайте, что мы куем для вас тесты на земле, в воде и за рулем Икарусов. Пока, друзья!